Привет, мои телезрители, мои подписчики. Ну, сегодня репортаж веду с вами с бани. Парилки, красиво сегодня воскресенье, натоплена у меня печь. Не дотронуться до нее горячая. Ну и парилка замечательная. Сходил сам один раз, пропарился парилки. Омылся в душе, и еще зашел я в свою баню. Вот она у меня, баня, парилка, попарился, и еще раз умылся, и сейчас немножко прихожу в себя. Очень жарко сегодня было, сама влажности много, еще эвкалипта. Добавил замечательный воздух, замечательная парилочка. Будьте здоровы, живите богаты, посещайте сауны и парилочки. Это здорово.